Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик палточный лабук через донатик, за что ему огромное спасибо. Присыл мне посмотреть ролик у Пушнова, называется «Металлика Рок Жив». Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Как гениально придумал Хэтфилд, да? По хроматизму этот вот риф. Что такое хроматизм? Ларс, а ты знаешь, что наша песня играется по радио? Кто этим гопникам про Металлику рассказал? Может, Металлику завезли в Россию еще во времена Петра Первого? Нет, мой сынок занимается классической гитарой. Он просто боготворил всех. Они об него вытирали ноги. Мы взяли парня на бас-гитару, выпустили альбом и убрали бас. Я в свое время всю Металлику на кассетах получил. Я просто переписывал у друзей, я ее не покупал официально. Пират. Идеальная металлическая группа. Ну так она и называется. Металлика! Вот так же, только лежа, закинув левую руку за голову, правая рука на гитаре, играл. Есть что, друзья, я про рок вообще не шарю, да и про музыку в целом, да, поэтому мало, наверное, что комментировать смогу. Парень лежал на диване, играл на гитаре на открытых струнах, смотрел в потолок. Парню 27 лет. Он уже много чего добился. Он уже практически звезда, легенда. И группа у него классная. Но все, что у него есть, это музыка. Потому что музыка — это у него способ общения с этим миром, как он сам говорил. Есть музыка, а все остальное не важно. Все остальное не важно на английском. Nothing else matters. Ну, это песня так называется, да? Парня звали и зовут Хэтфилд Джеймс Аллен, а группу зовут Металлика! Ребят, подпишитесь. Я, бля, я только начал опять колбаситься и закончилось. На канал, для этого надо пойти на почту, и там вас подпишут на канал прямо на любом почтовом отделении Почты России. Присылать будут ролики по почте. Металлик. Как много в этом звуке. Действительно, если взять и выйти на улицу, поймать какую-нибудь 15-летнюю девочку, которая ничего тяжелее инстасамки не слышала. Спросите, назови любую метал-группу. Она скажет «Металлика». Она «Металлику» никогда не слышала, но она знает, что она есть. Она знает, что есть такая группа «Металлика». Наверное, да. Почему? Хотя я не уверен. Однокоренное слово? Да нет. Просто вот «Металлика» была всегда. Я учился в 1984 году. Я не назову, блядь, никакие группы, потому что, как бы, ну, я много групп знаю, например, но я не знаю, к какому жанру они относятся. Ну, в плане, типа, рок для меня и рок, блядь, а вот это вот распределение, все, я, от меня вообще очень далеко, я в этом не шарю. Во втором классе. И у меня гопники ходили с сумками, с советскими, старыми, где была ручкой нарисована значок анархии и Металлика. Кто этим гопникам про Металлику рассказал? Они что, слышали ее, что ли, никак? Они не слышали никогда? Почему они написали Металлика? Может быть, им отец рассказал в Сибири, да? А ему дед, а этому деду рассказали старые сибирские сказители про Металлику. Может, Металлику завезли в Россию еще во времена Петра Первого? Как картошку, да. Металлика была всегда, вот у меня в голове такое ощущение. Она абсолютный идеал, она эталон. Вот есть, как она называется, палата мер и весов международная, да? Там в этой международной палате мер и весов существует идеальный метр, идеальный килограмм, идеальная секунда и в отдельной комнате... Как это идеальная секунда, не понял. Идеальная металлическая группа. Это блядь, стоит и никуда больше не выезжает, да? Все сравнивают всегда с Металликой все. Это тяжелее Металлики, это легче Металлики, это быстрее Металлики, это как Металлика, но не Металлика. Металлика — это эталон, понимаете? Даже есть такая замечательная группа, кстати, погуглите, называется группа Биталика. Они поют Битлз в стиле Металлики. Первый раз слышу. Oh yeah, I tell you something. Это больше на панк-рок какой-то похож. Не, почему-то мне это напоминает, не знаю, типа сам Фоти Ван, блин, ну реально по панк.
Я не шарю. У меня было полное ощущение, что это просто группа во времена Битлз, Металлика как бы пародировала Битлов. У Металлики нет понятия времени и нет понятия пространства. Они везде и всегда. На меня же Металлика свалилась сразу, полностью, всем своим, что называется, репертуаром. Ну, тяжелым конечно, весом. Это было... Ага! Я, по-моему, не слышал этот трек. Я мало у них песен слышал. Ну, кроме того, конечно же. Ну, естественно. А вот это, естественно, вот это услышал, все остальное нет. Ну, звучит все как круто. Как гениально придумал Хэтфилд, да? По хроматизму этот вот риф. Мастер! Ну и, конечно. А, ну это тоже, знаю. У меня все это было сразу, в одном месте. Сразу, блядь, все четыре песни в это сразу включил. Все, вместе, вот это. Я только потом узнал, что одна песня из первого альбома, вторая песня из второго, третья из третьего, из четвертого. И это еще до 1991 года, когда Металлика взяла, пришла и показала, что они просто самая главная метал-группа в мире. Вы знаете этот альбом? Не знаю. Черный альбом, и вот казалось, все. Есть на земле абсолют. А, так и называется? Абсолют. Прикольно. Металлика. Она известна всем, все ее ценят. Прям ее так восхваляют. Даже кто металл никогда не слышал, песню Nothing Else Matters мы, конечно, слышали, и нам она тоже нравится. Ну, я такую-то песню слышал. Либо, блин, какой-нибудь кавер. И я начал изучать, собственно, историю этой группы. Вы тоже можете это сделать. Пойти куда-нибудь в интернет и это все обнаружить. И оказалось, что группа эталон. Идеальная группа, у которой все прекрасно. У которой замечательные рифы, которые все любят, обожают. Они стадионы собирают. Угу. Эта группа с первого же момента своего существования сталкивалась с хейтом. Не, ну хейтеры есть везде. Как минимум завистливые, например, какие-нибудь люди. Причем хейт кого? Хейт. Самый страшный в мире хейт. Хейт фанатов. Первый же альбом, конечно, вроде вызвал радость и обожание. О, Металлика, Kill 'Em All, вот эти все рифы, классно, бегаем туда-сюда. И вдруг на втором альбоме Металлики звучит... Попса! Блять, а почему это, типа, творец не может творить то, что он захочет? Ва, пиздец. Ну, не нравится, не слушай. Медляк! Медляк! Вы чё? А звучит-то прикольно. Блять, охуели, что ли? Вы, Металлика, вы играете медляк? Вот же есть группа Slayer. Ни одного медляка за 30 лет. Вот группа Creator тогда еще была такая. Тоже ни одного медляка. Как Металлика имела право записать медляк? Fade to Black. Короче, в итоге, фанаты ломали об колено эти вторые, собственно, альбомы Металлики. Похуй, деньги-то вы уже заплатили. Потому что там на этом альбоме был медляк. Ёбнутые. Все вокруг так инвестируют, покупают. Ладно, идем дальше. 1988 год. Все уже привыкли, что есть у Металлики медляк, и медляк такой же примерно красивый, как и тогда. Песня про войну. Очень крутая. Тоже звучит неплохо. Там, конечно же, есть и вторая часть, которая немножко расслабила всех фанатов, да? Такие. А, ладно, можно выдохнуть. Но кошмар и ужас.
Кошмар и ужас случился. Они Ну-ка. Записали клип. А что, нельзя клип записывать? Я, по-моему, слушал это. Клип Металлика сняла для своей песни, чтобы показывать на MTV. Фу! Опять Хэтфилд рассказывал, что вышел какой-то чувак, значит, только что бывший на концерте, подошел, значит, к Хэтфилду как бы за автографом, взял и в него и плюнул. Хэтфилд говорит, ты что творишь? Он говорит, вы сняли видео на свою песню. И что? Второй хейт. Это бред какой-то, блядь, что за хуйня? Но это все еще были цветочки, друзья. Потому что впереди было самое страшное. То есть, типа, метал-группа не должна снимать клипы? В районе 2000-х годов Металлика уже поняла, что они стали суперзвездами, они уже немножко расслабились, они записали свой черный альбом. Они записали еще два альбома, Load и Reload. Это был такой, знаете, поход в сторону Nickelback. Уже фанаты сказали, ну что это такое? Это уже не метал, это уже какой-то блюз, это уже какой-то тяжелый рок. Ребята, куда вы идете? И случилось страшное. Ну-ка. Металлика записала песню для фильма. А, это тоже нельзя сделать, да, было? Песня называлась «I Disappear». Не мисси мил по ним вторая. Эта песня попала в интернет, и на тот момент у людей появился такой удивительный способ распространения между собой файлов и музыки, как «Napster». А что такое «Napster»? Что-то, по-моему, слышал, но я не помню, что это. Это старый добрый файлообменник. Сейчас файлообменников полным-полно, тогда он был единственный и первый. И все фанаты, естественно, узнав, что есть такая песня, стали друг другу ее передавать. Песня еще не выпущена, фильм еще не вышел, а она уже играется на 20 радиостанциях. А, как так? А, и они из-за того, что это? А как они, подожди. А, с радио, наверное, записали, потом выложили в НЭ, да? Естественно, продюсер звонит кому? Конечно же, Урлиху, Ларсу, и говорит, Ларс, а ты знаешь, что наша песня играется по радио? Ларс говорит, как играется? Или как они ее скинули? Что это за такое? Ну вот есть такая, значит, программка, она называется Napster, они друг другу передают. Так а где Napster-то взял эту песню? Фанаты, собственно говоря, Металлики друг другу передают песню. Что делает Металлика? Ларс Урлих подает в суд. Не только на Napster, но и на все, значит, университеты, внутри которых идет распространение этой... Бред, а может быть надо подать в суд на тот, кто утечку эту организовал? Песни. И случается страшное. Можешь себе представить? Было заблокировано 300 тысяч аккаунтов пользователей, Охуеть. Которые слушали Металлику. Но вот здесь можно понять, почему хейт, потому что это, ну, это бредятина какая-то, блядь. Подай в суд уже на этого, как его, на человека, который это слил. Если вы сейчас загуглите Ларс Урлих и там просто Napster наберете, да, вместе в поисковике, вы увидите там какой-то мультик, значит, где очень в карикатурном виде изображен Урлих, который... которого мало денег, который... You downloaded until it sleeps from Napster. Then you're going to motherfucking jail. You're motherfucking me. Короче, это был скандал более чем громкий. Металлика пошла не просто против своих хейтеров, которые их не любят, она пошла против фанатов. Потом уже сказали, что в принципе бесплатное распространение музыки наоборот стимулирует людей к тому, чтобы купить альбом. Вот я. Ну или пойти на концерт потом. В свое время всю Металлику. Не, ну вот это вообще было некрасиво с их стороны, мне кажется. На кассетах получил. Я просто переписывал друзей, я ее не покупал официально. Но сейчас, когда я уже вырос и до сих пор люблю Металлику, я, естественно, покупаю официально все их альбомы, хотя я их знаю наизусть. И таким же образом работает система бесплатного распространения, как потом выяснилось. Но на тот момент Металлика стала самым ярым борцом с пиратством, ну и наказав... И они как будто бы боролись не с пиратством, блядь, с последствием, а нужно было... Ну, как это сказать? Короче говоря... Корень, блядь, надо было найти, сука. При этом своих слушателей Металлику хейтили очень страшно. И за то, что они скатились в Nickelback, за то, что они забанили своих собственных фанатов. Это как вообще, до чего можно дойти? А сейчас мы уйдем немножко назад и скажем, что, конечно, помимо всяких хейтов, было еще две проблемы у Металлики. Одна серьезная, это в 86 году погиб их басист Клифф Бёртон. Вообще Клифф Бёртон это был тот басист, которого Металлика уламывала прямо пойти к себе играть, потому что Хэтфилд рассказывал, они пошли его послушать, он играл в другой группе, и он на басу играл как на
как на гитаре там пилил сольники, значит, с драйвом. Нихуя себе, на басу сольники. И прикольно. Они такие, ой, неужели это бас звучит? А это был реально бас. И, конечно, они его уговорили участвовать. А у Бертона, у Клиффа было более такое, ну, академическое образование музыкальное. И поэтому, когда некоторые вещи Металлики играет, например, какой-нибудь мальчик, сидя дома у себя, да, на гитарке, например. Вот если мальчик играет такую вот классику на гитаре, и мама спрашивает, сынок, что ты играешь? Он говорит, я играю. Классическое произведение. Металлики. А кто написал? Какой-то западный иностранный композитор. Красиво как. Это правда классика? Да, мамуля? Это классика. Рока. Звучит как произведение для гитары. Прекрасно. Ну кто скажет, что это Металлика из родителей? Нет, мой сынок занимается классической гитарой. Вот молодец сына. Как здорово, что он играет что-то нормальное. Дает эту всякую ерунду. Да? Металлическую. А это, между прочим, Металлика. И так много он песен таких написал или нет? Более того, это тот самый Клифф Бертон. И, конечно, он был очень важным членом группы. И он погиб. Он погиб. Да, довольно страшная история была. Они ехали на гастроли, автобус перевернулся, он вылетел из автобуса, его автобусом, собственно, придавил. Пиздец. Оправиться с этой потерей было сложно, и Металлика, кстати, не оправилась. То есть как? Они решили продолжать, они устроили слушание, и они взяли на место Клиффа Бертона басиста, которого звали Джейсон Ньюстед. И проблема была в том, что они взяли басиста, но они старого басиста еще не отпустили. И они издевались над этим несчастным Ньюстедом все время существования Ньюстеда в группе. Зачем? И еще проблема была в том, что, как сам говорил Хэтфилд, мы хотели из Ньюстеда выбить фаната. Ньюстед был фанатом группы Металлика. Он прыгал до потолка, когда его взяли в группу, и смотрел все время им в рот, и хотел им как-то... Ну, он же фанат, поэтому понятно... Да, поэтому давайте над ним издеваться, ага. Просто боготворил их всех. А они его... посылали нахуй, они об него вытирали ноги. Это. И это продолжалось бесконечно долго, чтобы вы понимали... По-моему, ужасно какой-то поступок. И как издевались над ним ребята, они же его взяли в 87-м году, сразу после трагической гибели Клиффа, да, и взяли вроде в группу, и даже записали какой-то альбом каверов, где, собственно, Ньюстед уже играл, да? Вы помните это, например? Не помню. Helpless! Helpless! Звучит прикольно. Слышно прекрасно, бас-гитару, они сыграны, клево, парня проверили на все, ура, ура, ура. А потом был альбом 1988 года «And Justice for All», помните? Там вообще баса не слышно. Это альбом, на котором не слышно баса. Они его взяли просто для мебели, да? Мы... Типа, ну, бас-гитара должна быть, пусть будет, но играть не взяли будет. Взяли парня на бас-гитару, выпустили альбом и убрали бас. Угу. Ну как так? Бредятина, согласен. Потом Урлих говорил, что это не я. Что это как бы не я это делал, это просто как-то так странно свели. Хотя человек, который сводил альбом, говорит, что это была личная просьба Урлиха. Минус 6 дБ на бас пустить. Пипец. То есть человека взяли в группу, записали бас-гитару, и ее не слышно. И говорят, кстати, напишите в интернете, вы видели это или нет, потому что мне рассказывал кто-то, что люди, фанаты, были настолько возмущены этим событием, что они где-то нашли эти исходники и выпустили альбом, который называется не «And Justice for All», а «And Jason for All». Хм. То есть альбом 1980. В честь этого, что ли, какого басиста? Восьмого года, где слышно бас-гитару. Или что? И вот этот вот альбом. Я просто забыл, как его зовут там уже, ну-ка. Да. Он, говорят, где-то есть в сети. Если вы знаете где, киньте ссылочку, я скачаю. И, по сути дела, Ньюстед стал таким, ну, как это называется, козлом отпущения, как обычно говорят, да? Не, ну это пиздец уже, какой-то некрасивый поступок. Для того, чтобы вот Металлика это пережила. И как раз в момент, когда был Napster, уже после Napster, когда уже Металлика выпустила какие-то супер какие-то попсовые альбомы, и когда уже все непонятно куда шло, и Хэтфилд занялся семьей, он женился, у него пошли дети, Урлих занялся тоже семьей, он занимался бизнесом,
И, значит, Хэммит тоже там занимался семьей. И вдруг Ньюстон говорит: ребят, ну вы все семьями заняты, у меня семьи нет, я хочу играть еще. У Металлики сейчас не очень, как бы, активная фаза. Давайте я пойду куда-то еще поиграю, спросил у Хэтфилда. Спросил у человека, который издевался над ним все. Я бы на его месте просто сам взял да и ушел нахуй давно. Время существования в группе. И он надеялся на то, что Хэтфилд скажет: ну ладно, что мы над тобой издевались столько времени, ты хочешь сделать сольную карьеру или хотя бы просто какой-то сайд-проект, пожалуйста, иди. А Хэтфилд ему сказал: хуй тебе, ты в Металлике и только в Металлике. Блядь, вы просто уебок, извините меня, пожалуйста, ну это вообще пиздец некрасиво. Ты больше не играешь нигде. Ты понимаешь это или нет? И Ньюстон, тот самый фанат, об которого ноги вытирали, сказал: тогда я ухожу. Ну и правильно сделал. Это был удар такой, что Металлика, ну, практически развалилась. Было смешно, что они... Да не так, можно сказать, развалились, раз они больше там, типа, занялись своими другими делами. Ну это часто бывает, знаете, вот у Битлов была такая история, да, они собрали съемочную группу и решили записать то, как они создают альбом, и чтобы потом показать людям, как они здорово и прекрасно, значит, умеют ладить между собой, внутри коллектива создают что-то, какое-то творение, да, а в итоге они сняли, собственно, фильм о том, как они развалились, да? Что, реально, типа, они после этого фильма развалились? Так вот, Металлика сделала так же. Они пригласили, значит, съемочную группу, чтобы снять, как они записывают новый альбом. В итоге они сняли, как они развалились. Some Kind of Monster называется этот фильм. Посмотрите, там все эти ужасы и кошмары взаимоотношений. Как хлопает дверями Хэтфилд, как кричит на Хэтфилда Урлих вот так прям в лицо. Fuck you! Fuck you! А нахуй они такое вообще выпускали? Там просто такое напряжение, что все, кажется, группы больше нет. В итоге они как-то собираются с силами, приглашают к себе психолога, блядь. Группа приглашает к себе психолога, чтобы психолог... Семейный психолог. Наладил отношения. Собираются вместе и выпускают очень странный альбом, который называется Sutter Anger. Ну, я не буду приводить никакой пример, там примерно все в таком духе. Ну, какая скука. Было такое все тяжелое, страшное, какое-то такое всем... Видно было, сколько злости и сколько сделано все на отъебись в этом альбоме, лишь бы просто сыграть хоть что-то. Чтобы купили, блядь. А потом был Death Magnetics, а потом, собственно говоря... Металлика играет криво. А в 2018 году, уже был альбом, который вы тоже наверняка слышали, который называется... Hardwired to Self-Destruct, да. Ну, по-моему, нормально звучит. Почему написано «играет»? Я, видимо, не понимаю, что там. Металлика вернулась. Ну, еще... А, наоборот. Про хейт. Давай. Вот Металлика играет. Хорошо, плохо, попадает, не попадает. И тут начинают разбирать музыканты игру и говорят: слушайте, а Урлих, один из худших барабанщиков вообще в индустрии, он играет криво. А, посмотрите, криво, 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 вот давайте послушаем. Вот криво, да, криво, действительно. А как будто бы чисто доебаться. Урлих, да, говорит: да мне пофиг, я играю не криво, я играю вместе с Хэтфилдом. Вот так вот вместе. Но мы вместе, он криво и я криво, мы попадаем друг в друга, нам это и нужно. Ну, а про Хэмми-то уж... Я и вообще не могу понять, что значит криво, вот, типа, в музыке. Что говорят, господи, и у нас в Ютубе, и у них в Ютубе, что... Хэмми — это человек, который все сольники свои примерно играет следующим образом. Сыр натирает, блядь. Слушайте, я не знаю. Я, как Хэмми, не могу, в принципе, его сольники выгребать. Я знаю только одно, что... И Хэммит, и Урлих, и Хэтфилд, и в данном случае Трухильо — это один коллектив, который играет слаженно и хорошо. Хорошо в смысле друг другу они подходят. То, что они иногда не попадают в ритм, иногда даже не попадают в тональность, господи, а кто попадает? Покажите мне пальцем. Типа постоянно имеется. Но! Да? Металлика стала... Главное, звучит хорошо. Уже прям группой
патриархов. Металлик — это уже именно нарицательное почти. Хэтфилд превратился в папу Хеда. Вот я превратился для многих в дядю Сашу, а Хэтфилд стал еще ближе, стал папа Хед. То есть это уже не просто дедушка, не просто дядя, он папа. Папа Хед. И для меня, естественно, всегда и навсегда теперь уже Металлика останется вне времени, как я говорил, и вне пространства. И она будет оставаться теми моими, по сути, родителями хард-рока, на которых я равняюсь, за которыми я слежу и за которыми я наблюдаю. А металл и хард-рок — это одно и то же? Я и дешевле. Ребят, большая просьба. Не за себя прошу. Подписался. За Металлику. Поставьте колокольчик где-нибудь там, а, и подпишитесь. Ну, и лайк, дизлайк, как вы любите. Слушайте Металлику, и даже если Металлика играет не свои песни, она все равно это делает так, как это делает Металлика. Бля, какое здесь лицо у Швайгера, бля. Охуенный ролик получился. Я про Металлику, как сказал, почти ничего не знаю. Ну, типа, историю вообще не знаю. Песенок, может, парочку слышал, и все. А здесь нам Пушной рассказал и про историю, и про самих музыкантов, и про темные их всякие эти штучки, да, про хейт, все остальное. Было интересненько послушать. Ну и музыку, конечно, естественно, хорошую поиграл. Спасибо ему большое за информацию, спасибо большое моему подписчику за просьбу. И если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.